Всем привет! Кто меня не знает, меня зовут Аня, и сегодня я буду вместе с вами готовить свою коронную курицу в духовке с розмарином. Собственно, вот я рецепт рассказала. Но приглашаю вас к себе на кухню и провести время со мной, и попробовать тоже приготовить этот рецепт, если вам понравится. Я только что вернулась с рынка. Оттуда у меня есть вот эта вот курица, халяль. Я тушка цыпленка бройлера. Я на самом деле беру либо домашнюю, либо в мясном отделе. Особого значения не придаю. Разрезаю пакет и кидаю курицу в мойку. Курицу помыла, теперь беру большой нож и разрезаю ее. Этот нож мне не нравится. И разрезаю курицу по грудке. Также я отрезаю лишнюю кожу. Она нам не понадобится. И выламываю ей ноги. Из суставов вынимаю, так они лучше приготовятся. Все, позвоночник тоже размяли и переворачиваем мясом к себе. Следующее, что я делаю, это солю. У меня такая соломка, можно посолить руками. Я солю ложечкой. Достаточно обильно. Соль уйдет во все мясо. Может, где-то полторы чайной ложки соли у меня уходит. Иногда чуть больше, иногда чуть меньше, в зависимости от размеров курицы. Дальше я добавляю чеснок. У меня сайхёрб, ничем не отличается от чеснока обычного, чесночная пудра. Можно добавить обычный свежий чеснок, но я очень люблю... Сейчас. Но я очень люблю вот такую вот штучку. Дальше я беру противень из духовки и ставлю духовку на нагрев на 180 градусов. Застилаю противень фольгой. Это делать совершенно не обязательно. Просто так его легче отмывать. Можете взять форму для запекания. Это тоже не принципиально. Кстати, если нет формы для запекания, можно запекать в форме для пирога. Это, в принципе, одно и то же. Дальше у меня тут перчик чили, который я разрежу пополам, просто для того, чтобы из него вышел аромат. Трогать руками я его не буду, чтобы потом в глаза себе случайно не залезть. Я умею после перца чили в глаз себе пнуть. Выкладываю его внутренностями внутрь и сверху выкладываю курочку. Перец чили нужен не для остроты, а для аромата. Сверху я опять курочку солю. Здесь уходит еще одна чайная ложка. Можете еще поперчить, но перец я не очень люблю. Я вместо этого сверху посыпаю также чесноком. Собственно, остался у нас один штрих. Это моя любовь. Привет, это розмарин. Свежий пахнет просто волшебно. Свежим его сохранить достаточно сложно, если вы его не используете в больших количествах. Поэтому я сразу как его покупаю свежим. Можно купить на рынке, можно купить в магазине. Нам понадобится буквально 2-3 веточки. Я их достаю и ставлю вот в такую вот чашечку. Просто в обычную чашку. И ставлю на вытяжку. И вообще розмарин обладает как бы такими свойствами. Он отпугивает всякую нечисть из дома. Вообще профилактика всяких вирусных респираторных заболеваний. В общем, классная штука. И красиво смотрится, как елочка. Покажу вам, как это выглядит у меня. То есть вот в чашечке стоит такая елочка. Потом он засохнет, станет коричневого цвета. Он тоже будет выглядеть неплохо. Собственно, что мы делаем дальше? Я одну веточку положу вниз. Вот курочку. И вот эти две веточки просто аккуратненько положу сверху. Но поскольку у нас здесь, да, сыпалось много листочков, их я тоже... Мама,
И тут. Да, малыш, сейчас я положу. Нема. Следующим делом я открываю духовку и ставлю курочку на средний уровень. Курочка у нас стоит на среднем уровне вместе с розмарином. Духовка еще нагревается до 180 градусов. И даем ей время 2-3 часа. Это я, наверное, дам часа 2 постоять. Следующим делом я на гарнир туда же режу картошку. Где-то через час после того, как положила курицу в духовку, я просто картошку чищу, режу на четвертинки, солю и кидаю либо прямо курице, либо в отдельную форму для запекания, в зависимости от того, чего я хочу. Вот такая у нас получается курочка. И потом мы убираем отсюда розмарин. И уже можно ее резать. Мы покушали, и остатки курочки я убираю в контейнер на завтра. На сегодня все. Буду рада вашим комментариям. Если будете готовить по моим рецептам, то пишите обязательно ваше мнение, ваш отзыв. Это будет полезно не только мне, но и другим моим зрителям. И спасибо большое за просмотр. До новых встреч и пока-пока!